Итак, друзья, я залез наверх, вот этот Гранд-Каньонский, вот этот, как он там называется, вышка, откуда вот люди прыгают. И, знаете, снизу она мне казалась совсем невысокая, там метров 10-15. Но отсюда гляжу вот вниз, вот отсюда, вот прямо вот я от ноги смотрю, да, смотри. Оно здесь очень глубоко, аж метров все те же метров 30. И я бы очень хотел прыгнуть, испытать себя, никогда такого у меня не было. Думаю, надо изучить технику безопасности. О! Ох, мать! Вот раз пошел и все. О. Молодец! Джей! Молодец! Я не успел посмотреть, как. Будешь прыгать? Не, вон и прыгают. Будешь прыгать, да? Да, вон и будет. А ну, я посмотрим на этого смелого молодого человека, на его глаза, вот это, как он готовится. Сальто буду делать. Сальто? Да. О май гад. Это серьезно. Опа. Первый раз? Первый раз? Нет? Третий. За сегодня? А вообще? А вообще? Вообще. Третий раз за сегодня. Вообще никогда не... Очуметь. Поехали. Опять руками ударился. Молодец какой. Руками ударился. Молодец. Ударил. Вау, да, мужик. Ударил. Супер. Андрюк. Тоже хочу. Ему. Супер. Давайте прыгаем. Так. Все, будешь прыгать? Я сейчас настраиваюсь, думаю. Да какие 5 метров? 5 метров это до этого камня. Не, разгон надо обязательно, да? Не знаю. 5 метров это 3 человеческих роста. Всего-навсего. Ну. Я же говорю, вот это, до этого камня, вот это 5 метров, а там метров 10. Да нет, тут еще. Тут так метров 20, все 20 метров высота. Нет, 20 метров будет столько. Нет, 20 метров нет. Запросто 20 метров, я думаю. 12 максимум. Но не меньше потолок. 15. Потолок тут 12 метров. Не, думаю 15, не меньше 15, точно. Ну, может быть, у страха глаза велики, поэтому... Ну да, я предлагаю вам съехать просто в этом вопросе. Да, надо настроиться, надо технику изучить сначала, так, технику изучить. Равновесие не потерять, да? Нет, тут рыбки надо прыгать. А, головой в смысле, да? Да. Ну, как красиво, без прыжки. Ну, вот да. Берег, я смотрю, я сейчас посмотрел, сравнил с человеческим ростом. На уровне тоже старый. А этот немножко выше. Там 15 метров будет, точно. Там будет там 15. Красавчик вообще, братан. Да что тут все 15? И мы на Гранд Каньоне. Как это называется? Это место, город, как называется? Карьер какой-то. А какой город? Как город называется? Коростышевская. Мы в Коростышевском Гранд Каньоне, друзья, прекраснейшее место. И вот, кто хочет испытать свое острое ощущение, вторую и первую чакру, друзья, это вот здесь, вот. О, очуметь. Первый раз? Да. Первый? Вообще первый. Серьезно? Да. Очуметь. Вау! А ну, разойдись, мам. Ой, так он еще с этим, с камерой, молодец! Молодец, тоже первый раз. Ударился, нет? Ударился? Ребята первый раз сделали, молодцы, вот это супер. Я сижу, заряжаюсь, адреналина тоже хочу. Я тоже хочу. Андрей мне говорит, это страшно, можно разбиться, понимаешь. Я так, не отговариваю, я говорю, ты уверен? Я уверен, что хочу, это точно, 100%. Давай, не беги, коля! Вот так за компанию мужчина формирует свою мужественность. То есть парень первый раз не прыгал ни разу, но друзья, которые прыгнули первый раз, тоже внизу находящиеся, они подбадривают своего друга для того, чтобы он зарядился этой энергией первой чакры, уверенностью, и тоже сделал этот риск, это испытание. Вот так мы друг друга заряжаем этими состояниями, помогая друг другу приходить через больше, через не могу. Вот, тоже первый раз. Отлично, шикарно.
Залью. Найдите меня vedadom.com. На YouTube Vedadom называется. Vedadom, английскими буквами. Vedadom. И попадете на YouTube мой канал. Ярослав Мудрый Воронцов. Окей? Я выставлю. Ой, молодец. Первый раз, тоже первый раз. Вот она. Молодец! Браво! Молодец, супер! Как ощущения? Молодец, вот. Не знаю сердцений. Вот она как. Вот так вот. Вот пример. Вот три парня. Три парня первый раз прыгнули с этой высоты. Здесь высота не менее 15 метров. И прыгнул первый вот с камерой. Они друг друга подбодрили. Ребята первый раз прыгнули, да? Подойдите все. Очуметь. Молодцы. Вот так подбодрили друг друга. Мы заряжаем на серьезные поступки. Самое важное, считаю, здесь то, что нужно. Здесь нужно быть уверенным, что ты это сделаешь и не бояться. Это очень важно. Ты уверен, что у тебя все получится. Тогда она получится. Она получится. И вот, поддерживая друг друга мужской энергии, мы толкаем друг друга на серьезные поступки. Вот в чем мужская сила, мужская поддержка и развитие мужской энергии. Мы продолжаем наш репортаж с Гранд Каньона, город Карастыш. Житомирская область, наверное, буквально 100 километров от города Киева. Шикарное, красивое место. Рекомендую всем, кто здесь не был, побыть. И я очень хочу спрыгнуть с этого Гранд Каньона. Для меня это очумительное испытание. Я сижу и настраиваюсь, но думаю, чем дольше настраиваюсь, тем будет хуже. Надо ровно, просто. Серьезно? А можно я тут фотографируюсь? Конечно. Вы прыгать хотите? Я думаю, хотите спрыгнуть. Alright. Вот такая штука. И это смельчак, который сегодня три раза прыгнул. Третий раз, еще не один раз это будет сегодня. Очуметь. Расскажите ваши впечатления. Как вы первый раз, как вы настроили? Вы никогда не прыгнули до этого. Как вы зашли? Сердце остановилось, как будто такое ощущение. Во время полета? Да. А вот перед тем, как прыгнуть, вот что вы испытали? Расскажите ваши ощущения перед тем, как вы прыгнули. Я отключил мозг и прыгнул. А ну, сразу с вами прыгнул. Отключили мозг. А что помогло вам? Что смотрите? Хорошо, давайте так рассмотрим. Мы сейчас для тех, кто никогда не прыгал, я никогда не прыгал, тоже хочу это сделать, да? И вот помогите, можете поделиться своим опытом, что может помочь мне вот преодолеть этот страх, вот смотреть вот туда вот вниз, бездонная, бесконечная высота, как бы снизу она мне казалась, говорит, не моя проблема. Не сильно высоко, да? Да, я думаю, сейчас прыгну без проблем, подойду и прыгну. Но зашел сюда, что-то меня как-то не очень это, понимаешь? Очуметь просто очуметь. Вот что помогло отойти от края? Мне аж самое страшное возле края стоять. Мне просто захотелось взять и прыгнуть. Почувствовать что-то новенькое в жизни своей. А вот что было какой-то. Да, а вот был какой-то страх? Был, конечно. Первый раз подошел, немножко было страшно. Высоты. И то, что я думал, что прыгнуть. А что помогло вам преодолеть вот этот барьер и ступить туда в бездну? Даже не знаю. Просто реально желание. Как вы себя физически подготовили, эмоционально? Что вы думали, как это сделать? Как я вот... ни о чем не думал, я просто взял и прыгнул. Просто разбежался и все, да? Кричали при этом? Первый раз не кричал. Нет. А потом кричали? Потом второй и третий раз, да. Помогало, когда вот вы кричали? Да. Что вы чувствовали, когда вот... Ослабление было? Да. И злость такая была, да? Да. И вот эта злость, я могу это сделать, да? Вот я могу это сделать. Супер, классно. И как вас зовут? Алексей откуда? Алексей из Киева. Алексей из Киева, я тоже, мы тоже из Киева. Ярослав из Киева, Ярослав Мудрый Воронцов. Супер, это был Алексей из Киева, который на Карастышинском Гранд Каньоне сегодня сделал первый три прыжка. Уже прыгнул три или уже четыре раза, да? Уже три раза прыгнул для того, чтобы испытал вот эту высоту. И я надеюсь, что я вдохновленный его рассказом и вот ихним примером сейчас тоже буду это делать. Сейчас пойду накачивать свой адреналин для того, чтобы прыгнуть на это прыгнуть. Ну что, Алексей, я готов снимать вас, когда будете готовы. Ага, вот так, да? Пока делаю паузу. А, уже, да? Отлично, так стойте. Я приместился на место съема камеры. О, так а вы снова приехали? А я же никуда не уезжал, вы что, я же с вами был. Сейчас, секундочку. Алексей! Вау! Это четвертый раз. Молодчинка. Как ощущения, Алексей?
Ей-ей! Супер! Это Алексей, который прыгнул сегодня с этого 4-й раз. Молодец. Ну что, друзья, пойду настраиваться. Если я настроюсь на сегодня, значит, вы видите мой прыжок. Надеюсь. Если нет, значит, из следующего раза. Я надеюсь, что я это смогу сделать. Видите, девушка тоже готовится к очередному прыжку. Отважная девушка. Смельчаки среди нас. Намасте. С вами был Ярослав Мудо-Воронцов. И Академия успеха ведотом.ком на Grand Canyon. Друзья, будьте смелыми, будьте отважными. И помните, что мужской коллектив, мужская энергия помогает нам вдохновляться. Это для мужчин, это не для женщин, конечно. Женщинам это не нужно. Женщинам это не нужно, потому что женщины должны быть женственными, они должны развивать свою женскую энергию. А мы, мужики, должны развивать свой адреналин. И это помогает нам, мужской коллектив, который позадирует и поддерживает нас. Ну что, пойду заряжаться мужской энергией для того, чтобы сделать это. Намасте.